В Серпухове увековечили память о легендарном земляке. Мемориальную доску Алексею Икимяну установили на одном из зданий полиции Серпухова на Театральной, 28. В 60-х автор хита «Не надо печалиться» возглавлял городскую милицию. Музыка Алексея Икимяна любима и узнаваема до сих пор. «Не надо печалиться, я хочу, чтобы песни звучали», и в памяти всплывают мелодии, написанные человеком, охранявшим порядок на улицах Серпухова. Елена вспоминает утренник в красном уголке на площади Ленина, там, где сейчас находится вневедомственная охрана. 10 лет мне было. Вот. Он устраивал праздники новогодние для детей-сотрудников. А в тот момент как раз мой отец, Буланов Аркадий Иванович, возглавлял уголовный розыск. Наряженная елка, естественно, огромный черный рояль, и за роялем был Икимян. Когда мы знаем историю, мы начинаем развивать свое настоящее, и точно у этого городского округа есть замечательное будущее. Эти песни, композитором которых был Алексей Гургенович, ведь знают все. Они действительно в памяти, в душе у каждого человека. Мы в свою сторону обещаем, что будем стараться не подвести ни город, не подвести память сотрудников милиции, которые достойно несли свою службу в былые времена. Впоследствии Алексей Икимян стал начальником уголовного розыска Московской области, генералом МВД, а его творчество вошло в Золотой фонд музыки Советского Союза. В Серпухове его помнят не только за прекрасные песни, но и за принципиальность и профессионализм, проявленные за годы службы в милиции.